много. Ну, примерно. Много. Ну, то есть 30, наверное, как минимум, это на первое время. 25 тысяч хватит. Это на одного? Да. А в прошлом году сколько вы потратили? На двоих 45. Одежда, канцелярия, вот это вот. И еще не добрала. А в прошлом году сколько вы потратили? В прошлом году я даже не считала. Но это дорого? Это очень дорого, я считаю. Спортивные костюмы, естественно, спортивная обувь, сменка, туфли, костюмы в школу, брюки. Это у вас на одного? Это на двоих у меня ушло, двоих. Да. У меня девочка и мальчик. Вот, а рюкзаки. Канцелярия тоже входит? Канцелярия, да. Ну, канцелярия где-то 1000-2, но еще надо добирать. Может быть, 1020-30. Это одного ребенка. Ну, это смотря как ребенка собирать, потому что сейчас и у родителей, и у детей совершенно разные интересы. Ну, так вот, в принципе, по-скромному, если, опять же, собрать тетрадки, ручки, да, одежда, ну, если покупать все новое, ну, где-то 30-50. Это, наверное, очень хорошо. В пределах 1100. Это на одного или на двоих? На одного. Ну, а что в этот перечень нужно купить? Одежда, обувь, такая сумма. Зиму надо, лето надо. Ну, не лето, получается, весна, осень. Если это первоклашки или второклашки, осень переодеваем, весной уже покупаем что-то новое. То есть вот, пожалуйста, в течение это года. Это только одежда или, допустим, канцелярия? Да нет, сюда и канцелярия войдет. Я думаю, что в эту сумму, ну, может быть, чуть-чуть меньше. А так где-то вот в этих пределах, так, чтобы, скажем, не бегать и не искать, где чуть-чуть подешевле или где чуть подороже. Пришли, взяли и пошли. Ну, 1020, наверное. Но это дорого или нет? Ну, конечно, дорого. А как вы думаете? Ну, а что в этот перечень должно входить на эту сумму? Да все там, и школьная форма, и школьные принадлежности, все туда входит. От канцелярии до вещей, да? Да, и то это скромно. Ой, вот уже 12 стратили, сейчас еще идем. А что вы вот, допустим, купили? Ну, по блузкам, по юбке, брючки, обувь надо, спортивные штаны, кроссовки. Это у вас ушло только на вещь, да? Да, вот на двоих. Сейчас еще идем добирать. А на канцелярию? На канцелярию еще нет. Как вы считаете, это очень дорого? Конечно, дорого, как же. Ну, рюкзак минимум 1005, брюки 3, тоже 4000, пару рубашек, маечки, трусики, носочки, все по мелочам, вроде канцелярия. Ну да, где-то 1030 выбежит, 50 может быть даже. Ну, конечно, у всех бюджеты разные, у родителей, там кто-то покупает за 5000 юбки, там, брюки. Кто-то покупает за 700 рублей, но, тем не менее, все равно даже по мелочам, мне кажется, не меньше 20 тысяч.